Здорово, народ! Это Культяпка, и у меня к вам вопрос. Что можно любить больше, чем арканы? Конечно же, скидки на кейсы с арканами. Старая цена кейса «Талант» на плюс один аркану 400 рублей, а сейчас он продается за 200. Скидка целых 50%. И так со всеми новыми кейсами на Epic Loot. Ведь там проходит ивент «Аркановая лихорадка». Мало того, что на все кейсы огромные скидки, так еще и аркана падает абсолютно с любого кейса и даже с того, что стоит 9 рублей. Ивент уже очень скоро закончится, так что успей залететь по ссылке в описании, но не забывай о промокоде, который ты видишь на экране. Он даст тебе плюс 15% пополнению баланса. Я объявляю лихорадку открытой. Я сказал. Блять, что мне взять? Я не хочу на шторме играть. У меня была мысль сейчас взять штормилу. Найк Сабмит. Пизда мне там Энигма, блять. Скорпиончика чисто. Повафлить. Блин, против Лины будет пизда на самом-то деле. Ну дай бог, чтобы все было хорошо. Блядь, просто непредсказуемая штука. Есть такое. Та же корона. Никто не знает, что нас ждет завтра. Спасибо за стрим. Есть такое, доброй братан. Ночи, встречайте. Удачи. Есть такое, именно поэтому я и не загадываю, что будет завтра, что я буду делать. Потому что, знаешь, чем больше ты загадываешь и планируешь, тем больше все по пизде пойдет. Вот я в своей жизни как уже преисполнился в этом плане, поэтому... Знаешь, живу, вот проблемы нужно решать по мере их поступления. Вот и все. Будет что там, будем смотреть, будем думать, пока вообще, я говорю, все хорошо и ничего больше не будет. Думать, забивать голову лишними мыслями. Че, может, поменяемся? То есть, вниз Барса, а я здесь... Главная семья. Здоровье настоящие друзья. Я думал, сейчас трэш будет из Форсажа. После этой фразы, на самом-то деле. Не, давай так, бабки тоже в жизни нужны, потому что без бабок у тебя может и не быть семьи, и с семьей может быть все хуёво, это факт. Бабкам тоже не нужно их списывать со счета. Я про бабок не тех, что у вас на панике сидят и пиздят, а про бабки, которые вы можете потратить. Поэтому бабки тоже нужны, это факт, но нужно иметь баланс. Меня зовут Виталя. И я реальный кекс. Я любую чипу разведу на... Под эту песню я выебал только что подругу под башней. Все в шоке. Запомнили момент, нахуй. Потому что меня, походу, зовут Виталя, нахуй, я реальный кекс, блядь. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге. Блять! Ебаный рот. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга. Я собрал ее сам, потому что я с детства... Самостоятельный, блядь. Соня, 24-й тир, у меня 60% инрейт. Что тебя настраивает? Виталий. Конечно, блядь. Лагуну дал. Дура, блядь. Конечно. Если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю. Он готов. Развел на лагуну дуру, нахуй. Меня очень. А что по команде, а ну-ка? 0-2-1-3. Ну не так все плохо. Не так все плохо, на самом-то деле. То есть стрелял, это инвиз тоже верно только. Бля, инвиз это плохо. Кстати, раз ты купила. Не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталь, я здесь большой, не малый. Ага. Виталь, лечите со мной на небесах, Виталь. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Пиздец. Ну что я сделаю? Эй, чел, там команда опять, блядь, терпит неудачу. Я твой огнетушитель, дорогий. Знаешь, когда мне звонит президент? Хорошо. Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю час. Что такое, челка? Ага. Лина в инвизе, ребят, может где-то быть. Виталя. Не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя. Сейчас нет, слушай, чувак, ты понимаешь, меня станет милишник? Не понимаю, братан, если ты не умеешь крутилками фармить крипов, блядь, не отходя от вышки, то это не мои проблемы. Ну я фарманул, дуру. А долго у меня жопа гореть будет? Давайте поможем, пацан. Поможем. Бля, Акс какой-то плотный. Такое ощущение, что там Мангвард, Худ, блядь, и еще 10 слотов сверху. Ну почти.
Ну тут блинк нужен, а дальше будем смотреть. Кстати, а что по нейтральным шмоткам? Я перепиздил весь лес, вы все видели. Ни одной шмотки не выпало. Зато Джаггер одного крипа в лесу уебал, сразу шмоточку, на. Кинешь шмотку, Джаггер, мне нужна. А, тебе ее оставил, похуй, дай мне какую-нибудь. О, парень пришел, убил двух крипов, две шмотки выпало. Вот и вся хуйня, блядь. А, у него все три шмотки. Джаггер, дай шмотку, брат. Либо там упоротый тип на Джаггере, я хоть понять могу. Почему вот дуре, которая руинит, выпадают все три шмотки? Просто можете объяснить, почему дуре, которая руинит игру, выпадают все три шмотки из леса? Тип убивает трех крипов, выпадает три шмотки. Я, блядь, стою, хуярю весь лес, блядь, хуярю всех крипов, блядь. Мне ни одной шмотки нахуй не выпало вообще, блядь. Это нормально? Просто пизда какая-то, блядь. Ебучий Габен, долбоеба сын, блядь, заебал. Это Габен, причем это моя удача, нахуй. Это все, сука, сводится к моей удаче. Ее отпустите. А как убить Акса? Можно узнать вообще, что с ним делали на линии? Они у него сосали пятюн? Я же Акс охуевший, он наш лес бьет. Он наш лес бьет. На Акса плюс есть? У нас тут два героя, ребят. Если кто-то начнет драку, я с ультом ворвусь, им пизда. Давай, ворвемся. Я не хочу первый идти, блядь. Ладно, пойду сдохну. У меня КД культ. Я иду. Ну давай крутись, все, магией ебнем. Он без худа, поэтому должен умирать. Все, он без худа, поэтому отлетает. Блять, та хуйня еще 50 маны стоит. Чтобы превратить себя в свинью, надо 50 маны потратить. Вообще ебанутые. I come bottom, guys. Если че, рейди к врыву. Надо что-то. Под ульт виверны могу. А, ульта нету, понял. Марс, арену что-нибудь. Я иду, пацаны. Пришлось за фантомкой бегать, потому что дура анскильная решила просто убегать с драки. Неплохая драка. Тип решил вместо того, чтобы пиздиться, просто съебываться с драки. Это нормально вообще? Просто больная. Вот вы плакали. Размен 2 в 1, это они дрались 4 в 5 без меня. Ну, я про мою команду. Они дрались в меньшинстве. И они их разъебали. Минус 4. Драка 4 на 5, они минус 4 сделали, минус 5, походу. Ну, типа, да, с разменом. А вот, вот сейчас, пусть тянутся. Сделайте вид, что вы больные и вы хотите драться, потому что они поверили в себя, что ли. Мира на улице, да. У меня дасты есть. А есть дасты? Дасты есть у меня, да. Ну, пусть нападут на кого-то. Виверна еще подсейвит Джаггера. Дасты нажал. Отхожу, я Мирана отхожу. Мирана лов КП. Мирана. Сейчас подойду. Я ботла тебе еще дам нажать. Все. Так, ну Акс, кстати, сейчас проебывается очень сильно по темпу. У него такое хорошее было начало, и так уебываю сейчас. То есть он проебал весь свой пиздатый старт. Откопал дуру. Но она плюс Юла, мы с тревелами, быстро бегает. Плохо, вот дайте дальше ломаем. Ебать там у меня виверна. Посмотрите, что это за шмотки, блядь. Какие-то кинжалы, блядь. Там на виверне какой-то дуба сидит. В хорошем смысле. Я бэкну, ребят. Сколько сам еще? Только винга плохо, что сам не ходит. Блин, зря. Упи. Это минус, кстати, вот играть Джаггером против фантомки. Нет. То, что если ты ультуешь фантомку в соло... Я шмотку скинул, Джага, забирай. Блейд. Если ты ультуешь, то она нажимает блюр, и ульта заканчивается. То есть, та же стрела, если пойдет. Ребят, зря вы, я же надо было отойти. Зачем вы дальше? Взяли. Взяли Лину, нафиг. Просто на ровном месте. Говоришь, уйдите, ну типа, мы их разъебали жестко. Мы сделали минус 5, потом еще сделали минус 2 или минус 3. То есть, ну врагам пизда. Просто отступи, пополни хп ману. Пофарми лес, все заебись. Преимущество закрепляется. Типы просто идут в три ебала либо фармят. Все замечательно. Фантомка на топе. Блять, там 0 стиков, кстати. Могу убить? В теории могу попробовать. Хули, за спрос не бьют, правильно. Блять, у него аним шар. Блять, ну не хватило миллисекунды нахуй, чтобы захуярить ее. Просто миллисекундочки на подкоп. Кстати, у него аним шар, это хорошо. На хуйню собрала. Ух, ебать я скилл! Ебать я скилл, нахуй, блять, я убивал, нахуй, я тупо скилловый убийца. Просто законтролил. Ребята, на реакции Нигму с Блэкхоллом. Вот так вот, нахуй, это Олежа, трипл клип. Олежа, трипл клип, сука, кодовое имя. Пушим, пушим. Это просолка была сейчас, ребят, если вы не знаете, как выглядит просолка, то это была она. Так, ребят, я покажу, стан есть, ульта нет. Ты больно вообще. Чё Нигма такая? Вроде бы в песках стоит. Макс даблклип делает. Вроде бы стоит в тисках, а я не дамажится нихуя. Потому что чел не хочет собираться, что я аж просто МКБ. Давай вот этого чела. Норм. Мне повезло опять. Давай.
Давай кританину сейчас убиваем. Кого вешаем, если не достанету. Блять, ебать, ему повезло. Ебать, просто три момента, в которых мне не проперло нахуй. С фантомкой Агракса на рандоме, блять, попал. Еще и крит выпал, сука. Узнаю себя, блять. Мне нужен аганим шар на самом-то деле. И будет охуенно. Кстати, Джага сейчас может сульта нарезать нормально. Блять, если бы это был я бы сейчас кентавра фармил уже. Если вы понимаете, о чем я. Ульта надо виверно ультовать, иначе убежит. Не знаю, что он не ультует, но поздно. Хотя, Мирана ебало набьет. Копье. Вот мои мальчики молодцы. Блять, все сразу скинули, это не есть хорошо, но... Спиздюли вырубил. Как и в реальной жизни, нахуй, понимаешь? Не, катка неплохая, на самом деле и враги что-то могут, и союзники, блядь, попались нормальные. То есть прям команда такая бодрая. И винга с аганимом. То есть как понять, когда у тебя бодрая команда? Когда чувак на винге покупает не линзу там и хуй пойми что, меку и так далее, а когда чувак делает аганим на винге. Вот это значит, что все нахуй. Убийца. Хорошо. Ебать, там БКБ сколько. Фантомку ёбнем. Ну, 4 в 2. При том, что... Ну, кстати, драка такая. То есть, видите, у них БКБ дохуя. Очень дохуя БКБ. Как с этим бороться, я не знаю. Такое, нормальный размен, плюс-минус, 1-2. Ну, винга умерла, понятно, но она бессмертная, 1-2, нормально. Я иду, пацаны. Я иду. Ой, хорошо, до БКБ, нормально. Не его убить. Блять, а что у него за талант, блядь, на 20-м? Не мясы. А чё ж все так мясуют сильно? Виверна прям вообще не попадает. Почему Виверна раньше не ультанула? Ну тут все плохо, может сейчас закончится. Блин, винга выжила. Точнее, не винга, а фантомка. У меня есть ульт еще. Я не буду крутить ульт. Так и знал. Так и знал, что буду крутить ульт. На фантомку ворвался, она без ебала, ребят. БКБ на 1 хп. Он не попадает по ней. Ну что делать, бля? Еще колбу вешай на себя и живи. Мы фантомку расписали. А кого Джага у нас? Бля, Джагер у нас. Фантомка с бэйбэка, нормально нахуярит. Фантомку как-то можем раскайтить, у нее нету БКБ. ГГ, я считаю, после такого бэйбэка фантомки. Это минус мораль, плюс минус ебало еще. Но я считаю, я эту драку хорошо размансил. Мы тут захуярили фантомку, единственное, не понял, как Джаггера убил. Ну, видимо, блядь, блэкхол и хуёл. Капец, потому, это стрей? Реально стрей? То, что виверны не было. Я только что посмотрел. Я только что посмотрел стрим. А ты часто, когда в доту играешь, просто стрим идешь смотреть. Представляете, такой, заходишь в доту, ну, голос такой знакомый, потеешь, такому типа, знакомый. Я думаю, что во время игры, блядь, таблость, посмотрю, стрей стримит, что он играет. Я такой зашел. На ком стрей играет, блядь? Чувак такой на Джаггере потеет, играет, блядь, думает, не, ну таблость, посмотрю, что там стрей делает. Жив, не. Я думаю, какая-то нарезка или что такого, типа, озвучка. Озвучка стримера, блядь. Я на ней скажу. Передай, пожалуйста, привет Саяну. Саяну, Звану привет. Звану Д, Аегису. Да, передал. Я на топе фантом тоже Д. Интересно. Сдуло дуру просто, нахуй, в мясо сдуло. Охуеть, ебать. Просто сдул фантомку в соло. Ребят, фантомку убил, она без байбека. То есть. А, у нас Джага опять умер. А как вы Джагу теряете? Видите, где Джагер умер? По тир 4 занесло молодого. Тут кто-то есть. Ебать, мы тупо фантомку эту унижаем, как вафельницу немытую. Пожадничал. Хотел Маринку за говно взять еще. Ну, нормально, все равно все не будет. Жду фантомку, то есть я не буду врываться ни в кого, кроме фантомки.
Да, я ждал до конца, то есть я выжидал ебучую фантомку, пока у нее БКБ закончится, потому что другие меня не особо интересуют. Ультраклип, ребят, ультраклип. Чувак пишет в чате, теперь я знаю, что на стриме музыка здоровая начинается в 4:30 утра, блядь. Ну, братан. Блять, ну все видели нахуй. Все видели на скеле, блять, Рампагуса оформил, ебать. Двойного, судя по всему, нет. Двойного не дали, но и одного хватает. Рампагуса оформили. Ну, ребят, не всегда, не всегда. Иногда здоровая музыка, но не на этой неделе, конечно же. Так, по фразам. Спасибо за 9 на 14. Ну, фантомку просто мы выебли. Вот после, знаете, вот до байбека она играла очень даже неплохо. В том плане, что у нее все получалось. После его ее байбека, когда мы на миде ее еще раз убили, все, поплава случилась, она перестала вообще что-либо делать, там тильт ебанутый пошел.